Ну и еще о развлечениях продолжим. В Москве стартовал театральный сезон. Одна из самых ожидаемых постановок – это «Дядя Ваня» в Театре наций. Премьера прошла в рамках фестиваля искусств «Черешневый лес». Классическую чеховскую пьесу приехал ставить режиссер из Парижа. Тер из Парижа. Стефан Брауншвейг, руководитель парижского театра «Одеон», впервые работает в России. Он и до этого питал любовь к Чехову. Уже успел поставить и «Три сестры», и «Вишневый сад», и «Чайку». Но они были на французском языке. Удивило актеров. Почему такое волнение сейчас у нас у всех? У всех, от самых юных из нас, там типа Нади Лумповой, до самых таких матерых, вроде Вити Вердин. Но реплики оригинала режиссер не изменил, но поднял скрытые смыслы пьесы. Актуальные проблемы экологии. Герой Астров, которого играет Анатолий Белый, звезда фильма «Метро», вегетарианец и борец за сохранение лесов. Декорации тоже получились эко-френдли. Дерево и вода. Самому оценить Чехова по-французски можно уже начиная с этой недели. Ближайшие показы пройдут 15, 16 и 17 сентября. Остальные уже в октябре.